Всем привет, с вами как всегда Влад, и вы на моем канале. И это будет ролик необычный, потому что мы играем и с Кристиной, и с Артемом. Всем привет! Артем, тоже поздоровайся с подписчиками. Всем привет! С вами, как всегда, я Артем, Влад, Кристина. Да, и сегодня, Влад, твоя любимая карта. Да. Ура, да? Нет, но это не моя любимая карта, моя любимая. Я карта. Я понимаю, это я. Моя любимая карта это там, где типа вот алмазы наискосок построены. А вот у меня такой небольшой вопрос. А почему? Почему? Я здесь самый, лучшее звание. Я воин железного меча. А, Кристина тоже воин железного меча. А я его потому что снизил. Мне на папину. Кристина 102? Да. Да, это ее другой аккаунт. Потому что мой тот удалился почему-то, но у меня здесь много. Я, короче, открыла три. Кристина, спрыгивай, пожалуйста. Ты мне нужна. Я тоже спрыгну. Уйди, лапа, иди. Кристина, ты где? Стоп. Хотите, я вам действие свое покажу? Ай, ладно. Я хотел вам действие показать. Белое. Так, Кристина, иди на изумруды. Я хочу вам новое действие свое показать. Кристина, на, держи блоки. Можно мне показать свое действие, которое у меня есть? Изумруды, добывай изумруды и прячь их в сундук. Подожди, мне нужно еще больше блоков. Иди сюда, иди к кровати. На, держи. 112 блоков у меня. Иди сюда, вот, держи. Я тебе железо сбросил, блин. Где? На. Иди сюда. На, держи. Так, золото я себе заберу. О. Не золото, но... Я хочу себе ботинки ниндзя купить. Ну, извини, Кристин, а кто кровать защищает? Ты. Иди сюда, у меня есть 2 золота. На, держи. И еще 14 железа. На всякий... А, вот у меня еще есть. Блин, у меня очень мало хп от высоты. Вот это? Пацаны, не убивайте меня. Спасибо. Все, Кристи, собирай, что хочешь. Покупай, что хочешь. Точнее, я хотела сказать. Так. Кристина. Где? Кристина, такой небольшой вопросик. Кристина, ты просто не поверишь, я стою не на сборе. Можно мне вам свое действие показать? Так. Я хочу вам действие показать, я не буду вашу кровать уничтожать. У тебя воин железного меча, у меня на папином телефоне воин железного меча. А я, блин, снизу свое звание. Ну, считайте, что я золотой рыцарь. Стойте, не уничтожайте меня, я хочу действие свое показать. Артём, иди сюда, действие свое покажу. Сейчас. Минуточку. Я закончу, все, я бегу. Идите все сюда. Да не бейтесь, да не бейся. Ну, Артём, ну, пожалуйста, действие показать. Откуда у тебя алмазный меч, блин? Смотрите на меня. Все. Смотрим. Это бомба. Не просто шарик. Как? Да блин! Артём! Ты просил, чтобы... Кристина, иди сюда. Кристина, повернись. Кристина! Подожди, я к изумрудам. А. Хорошо, Артём. Артём, ты не представляешь, что он делает. Сейчас будет опасно. Что будет опасно? Я уже на это попадалась, я из-за этого проиграла. Что там у вас? Давай. Он сейчас будет в нас луком стрелять. А он-то очень сильный. На, Артём, на. Кристина, блин! Понял, Артём, как меня нужно бить. Кристина, ты где? Я тут, сзади. Я сзади. Иди сюда, Влад. Это весело. Да, Влад. Давайте ПВП-ху. А мой алмазный меч. Блин, а почему я не могу забрать свой алмазный меч?
Блин. Ладно, сберу другие вещи. И которые от Влада остались. Влад, я надеюсь, ты сейчас не идешь на нас. Артём, давай не будем друг друга убивать, а то у нас тут ссора. Началось с того, что ты меня убил. Ну, в принципе. Так, Влад, давай, ты мастер ватердропа. Красава, Влад. Ты всё там водой залил? Да, я ватердроп сделал. Молодец, делай дальше. Стойте, я вам подарок хочу принести. Нет, не губка, мне нет лотереи. Иди в баню. Да блин, Артём. Я не верю, что ты просто хочешь нам помочь. Я просто не верю. Кристина, ты уже пришла, да? А, ты уже себе ботинки ниже купила. Кристин, ты идешь сюда? Так, подожди, уйди. Так. Зачем ты это сделала? Золотой меч был и ботинки ниндзя. Она просто упала? Я угадаю. А кто тебя толкнул, блин? Я сама упала. Журля. Кстати, у меня есть 35 золота. Я могу тебе скинуть чуть-чуть. Влад, не иди, пожалуйста, на нашу базу, блин. Ты надоел. Кристин, можешь идти собирать железо. Чего? Влад на нашей базе, Влад. Кристин. Он купил зеркало невидимости. Ничего не покупал. Он идет к нам. Не преграда. Он идет к нам. Кристина! Кристина, он на нашей базе, блин. Он идет к нам. Бежим! Бежим! Кристина! Спасай! 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 Ты перестань, Влад, пожалуйста. На! У меня было куча железа, у меня было куча золота. Кристина, я его убил. Влад, быстро отдал золото. Влад, быстро. Да я уже сдох, меня Артём убил. Отдай золото. У Артёма проси. Артём его украл. Отдай золото. Кристина, иди сюда. Сейчас, подожди, я себе ещё чуть-чуть. А сейчас, погодь. На, держи, трать сколько хочешь. Ватердроп? Мне надо здесь все переобновить. Кстати, Кристина, у меня в инвентаре появляется золото, даже когда я не на сборе. А, у тебя уже золото? Артём! А? Я хочу тебе кое-что подарить. Это на нас. Да, что там? У меня все равно один есть. А, понятно. То есть ты просто купила и все, да? Да. То есть тебе даже на них, на это наплевать, да? Кристина, пожалуйста, защищай. Пацаны, смотрите, что я сейчас делаю. Мы не пацаны, мы пацан и девчонка. Муж и жена. Да блин, Влад! Да меня бесит эти шутки! Меня бесит твои шутки, Влад. Просто бесит. Это мины на колесиках, вы понимаете? Они взяли мину, поставили ее на колесики и назвали этот робот пылесос. Влад, ты уже не сможешь, если чё, ты уже не сможешь... Я тебя заметил. Влад, блин, не стройся, пожалуйста. Я тебя умоляю, Влад! Он у нас на базе! Вали отсюда, Влад! Не собирай его вещи, а то у нас тут. Так, Кристина, иди, пожалуйста. Так, Кристина, скини, пожалуйста. Компас? Не компас, мне нужно железо и много-много золота. Нет, ну, в принципе, уже все. В принципе, уже все равно. Кристина, ты что сейчас делаешь, Кристина? А, ладно, оставлю этот проплан себе, если ты не даешь. Кристина, зачем ты ему сказала про параплан? Да не надо, блин.
Зачем ты ему про него сказала, а? Да я не буду говорить. Кристина, ты не изумрудок? Нет, я не. Какое я тебе дал задание? Дай мне хотя бы золото. Кристин, мне надо золото. Влад идет к нам на базу. Кристина, иди сюда. И компас показывает, что он на базу идет. На, держи тебе меч с чаром. А, ну ладно, да я его уберу. Так. Влад, нифига себе ты себе железных мечей напокупал. Верни мне хотя бы один. Влад, мы тебе вернем все твои вещи, если ты перестанешь на нас нападать. Хорошо. Возвращаюсь. Кристин, смотри по компасу. Потому что я ему что-то не сильно доверяю. Он в боку от нас. В боку, да. Где он? Значит, где-то на свою базу. Да? Нет, пацаны, вы не угадали. Никто из вас не угадал. Он к нам. Нет, не к вам. Кристина, даже можешь мой телефон посмотреть, что не к вам. Ну, я понял. А я хочу уничтожить кровать синих. Но нет. Ну, что бы ты ни говорила, это не сбудется. Потому что я тебя по дороге буду бить. Кристин. Я хочу тебе кое-что подарить. Смотри, как я застроил, как я нашу базу починил. Смотри-ка. О, спасибо за меч. Пожалуйста. Мне все равно. Правда, у меня алмазы есть. Ну, в принципе, пофиг. Так, положу сюда все. Кристина, у тебя есть алмазы? Дай мне алмазы. Дай мне алмазы. Мне нужны алмазы. Дай алмазы. Все алмазы, которые у тебя есть, отдай, пожалуйста. У меня нету. Как нету? Ты украла. Так нету, блин. Алмазов. Ай, ну, в принципе... Брыли черного. Я могу... Кристина, мне нужен еще один алмаз. А, все, нашел. Все. Еще 4 хватит. Еще 4 и будет все. Влад идет к нам. Я заметил. Я уже заметил. Влад! Что? А, блин! Кристина, спасай! Это удочка. Его. Иди нафиг. Есть! Я убил его! Кристин, я убил его! Молодец! Потому что это может быть так сложно. Пацаны, строим рокировочный план. Какой? Это будет очень сложно. Кристина! Вот и наш рокировочный план. Вот это. Кристина, иди на изумруды. Я к ним и собираюсь. Иди на изумруды, блин. А я пока что разрушу дорогу, чтобы Влад не добрался. Если все у тебя все есть. Не надо. Блин! Я все потерял! Я полностью все потерял! У меня 5 изумрудов. И 4 хп из-за Влада. Влад, иди нафиг! Кристина, я убил Влада! Ладно, строим опять строим рокировку! Кристина, я все-таки разрушу! А почему вы на меня не нападаете? Слабо? Мне не слабо, у нас просто блоков нету. Понимаешь, у нас просто блоков нету. Кстати, Кристин, если ты будешь постоянно бегать, у тебя будет очень быстро восстанавливаться ХП. Ну, очень быстро. Влад, я тебя вижу. Он к нам идет. Да? Да. Thank you.
Все, я иду атаковать. Кристина, где он? Где он? У тебя кого? Он практически у нас уже. Посмотри наверх. Где он у нас? Я не вижу его. Вот, посмотри. Вот тут у нас есть... А, все, я его заметил. Влад, иди ко мне. Стоп, куда? Кристина, его нет у нас на базе. Ах ты ж, Влад, я понял, что ты брал. Что? Что ты делал? Что ты делал? Ты взял эту вот фигню какую-то. Какую? Мне очень сильно понадобился. Где он рокировочный ход? Ну, Кристина! Что? Я сейчас к тебе. Я, короче, сейчас рокировочку это сделаю. Это было из-за параплана. Так, бери золото. Я тебе еще 12 брошу. Вот, держи. У меня 9 золота. Точнее, 11. Вот, лежит, блин. 22 золота. Слушай, Кристина, так, Кристина, дайте алмаз, изумруды, которые у тебя есть. Дай. Мне нужны все изумруды. Дай. Да, кто меня ударил? А, не, это у меня просто закончилось. Скинь мне один изумруд, и я тебе кое-что куплю. У меня нету изумрудов. А Влад лезет к нам. Блин, Кристина, мне страшно. Влад к нам лезет, блин. Кристина, я наверх. Я взял сундук, бери. Блин, извини, я не могу пока что. Я сейчас буду заниматься Владом. А он там уже у нас. Ай, не надо, нет. Кристина, нет. Я иду на помощь. Иди в ваню, Влад. Передыхаю. Догнал. Артём, иди на базу. Я тебе хочу показать секрет. Забирай изумруды. Почему я никого не могу убить? Один изумруд, ты знаешь, что купишь, Артём. Идёшь за базу. Пошли. Артём, иди за мной. Артём, иди за мной. Артём, что, скинул? Я не знаю. Что ты пацаны, продолжаем делать нашу рокировку.
Я не могу ответить, Артём. Костина, может, ты ему позвонишь? Я не могу ему позвонить, потому что запись выключится. Ладно, извини, Артём, придется бы отклонить, потому что запись выключится. Я не понял. Я вообще к жёлтым. У меня теперь все алмазные. Там это банально. Yes, рокировка сработала. Откуда у меня все алмазное? У меня один вопрос. Не знаю даже. Ладно, проиграл. Ну ладно, команда Турпотрасса, ставьте лайки, подписывайтесь на всем. Пока-пока.